То, что сегодня было показано и было сказано президентом России, это была совсекретная информация. И мы сегодня увидели ту технику, которая стоит на вооружении Министерства обороны, и которая разрабатывается, она надежно защищает от агрессора в любой точке мира. И это дает нам право сосредоточиться на наших внутренних проблемах. В первую очередь, это модернизация экономики, это технологическая революция, которая должна происходить в ногу со временем, мы должны двигаться. Конечно же, это пространственное развитие как отдельно взятых регионов, так и страны в целом. Конечно же, это увеличение инвестиций на развитие инфраструктуры, на образование. И, конечно же, очень важный это демографический тренд. Это в первую очередь, конечно, зависит от тех денег и тех вложений, которые пойдут на медицину, на образование. И мы понимаем прекрасно, что президент четко понимает программу развития страны на ближайшие 10 лет. И я увидел, что, и еще раз подчеркнул для себя, что страна находится в надежных руках, и человек, который руководит страной, прекрасно понимает, как она будет развиваться дальше.